Ставит ли команда какие-то надежды на кубок, на его участие в нем? Да, на кубок будет основной упор. Да, вот, потому что, в принципе, несмотря на такое ужасное выступление в чемпионате, уже как бы более-менее свою игру нашли. Есть уже такая яркая победа. Сегодня тоже достойно старались выглядеть. Вот, но надо забивать голы, пустых ворот. Тогда, может, будет результат. Но на кубок надеемся. Нет ли у вас не претензий, а, скажем так, замечаний к вратарю по сегодняшней игре? Нет. При такой игре Тивор очень сильная команда, не очень быстрые ребята там. Какие он, если бы не вратарь, там бы 15 голов, наверное, влетело. Так что тут я бы не сказал, что из моментами пяти голов, он выручал. Но из пяти голов, которые забили, возможно, там один, можно там какую-то претензию высказать. Но хотя нет, спасибо ему большое.